гэты монарх, хоть и довольно выпадково, але злучил у своей особе белорусскую и французскую историю. Зим связывали свои надеи магнаты и великого князства Литовского и Польского королевства. Але что может отрыматься у господара, коли он с большей увагой сочит за подеями на далекой родиме, чем дбая про добробыт новых подданных? В 1572 году король и великий князь Жигимонт Август помирает, не покинувши после себя нащадков по мужчинской линии. Это значило, что королевская династия Ягеллонов после 200-годдзяў панавання обрывается. Перед великим князством литовским и польским королевством повстає пытанне, кто будет наступным монархом. Погляды большинства магнатов Речи Посполитой были скированы на Францию. Первага отдавалася кандидатуре герцога Анжуйского и Орлеанского Генриху Валуа, сыну французского короля. Однако раптом отбывается подея, якая ледве не перекреслила эти планы. В ночь на 24 жнивня 1572 года, напередодні Дня Святого Варфоломея, у Парижі отбылося массовое забойство гугенотов. Так у Франции называли протестантов-кальвинистов. Мне хотелось бы крыху затриматься на подеях Варфоломеевской ночи. Тогда за несколько годин у французской столицы католики перерезали поводле одних звесток больше за 3000 своих противников гугенотов. Поводле інших звесток ахвяров было вдвое больше. Нагадаю, что гугенотами назывались французские кальвинисты. Гэта резня не обмежевалася Парижем, она перекинулась в іншие французские города и должилась несколько дзён. Тому колькость ахвяру может сягать нават десятков тысяч. И те подеи причинились до обновления у Франции религийных войнов. Ничего подобного у державе наших предков тогда не могло сдариться и не сдарилось, бо ВКЛ, саправды, было самой веротерпимой краиной у Европе, и религийная толеранция замацовывалась законами, записанными у наших статутах. Магнаты Речи Посполитой, у значной ступени протестанты, были шокованы этой бесчеловечной расправой. Не глядячи на это, на выборчем сойме, что отбывся у травни 1573 года недалеко от Варшавы, большесть голосов отримал миновито Генрих Валуа. Однако кандидатура Генриха была принята при одной важной умове. Послы Речи Посполитой в ультимативной форме запотребовали затвердить акт об обмежевании королевской улады, який складал 18 пунктов. У приватности монарх позбавлялся законодавчего права, не мог изменять и уводить новые податки, а так само не имел права призначать себе пераемника. Але головное, теперь шляхта и магнаты могли отмовиться от подпорядкования королю, коли той, на их думку, не выконывал узятых на себе обовязков. Для Франции, где улада монарха была амаль абсолютной, такие умовы выглядали дивными. Тем не менее, Генрих сгоджается с ними. Короткий час король Речи Посполитой, таки себе невеликий эпизод в жизни французского королевича, а потом французского короля Генриха III. Выправил его далекую краину родный брат, постарался. Актуально тогда король Франции Карл IX, каб отправить далей потенциального конкурента до французского трону. И он не в ссылку его отправлял, отправлял нібито на повышение с королевича Франции на короля Речи Посполитой, хоть у дикую краину, як тоді лічили, что у якой по улицах зимой, по улицах городов ходят медведи. И зараз такое можно прочитать про Польшу або про Беларусь в некоторых газетах.
Прадстаўнікі Генрыхава Луа падпісваюць гэты акт, што атрымаў назву «Генрыхавы артыкул». 11 траўня 1573 года Генрых Валуа быў афіцыйна абвешчаны каралём польскім і вялікім князем літоўскім. Амаль год новы манарх дабіраўся да сваіх уладанняў. Прычына такой няспешлівасці простая. Доўгая хвароба ягонага брата Карла IX французскага караля. У выпадку раптовнай смерці апошняга Генрых быў бы першым прэтэндэнтам на ягонае месца. Генрых Валуа, якога літвіны называлі Генрыхам Валежычам, а палякі Генрыхам Валезам, зусім не адчуваў нейкай шалёнай радасці, атрымаўшы трон у нашай дзяржаве. Речь о том, что он снил себе королем Франции, и шансы в его были безумовно вельми великие, бо он был первым претендентом на французский трон, а после дейного короля Карла IX. Так вот, достатково было чаму-небудзь здарыцца з Карлам IX, як каралём рабіўся Генрых. А здарыцца з французскім каралём магло што заўгодна. Была і другая прычына. Каранацыя прадугледжвала і шлюб новага манарха з Ганнай Ягелонкай, сястрой Жыгімонта Аўгуста. На той час ёй было ўжо 50 гадоў, а Генрыху – 22. Натуральна, апошні не вельмі спяшаўся да сваіх падданных і новай жонкі. Нарэшце Генрых Валуа прыбывае ў Рэч Паспалітую. 24 лютага 1574 года у Кракаве адбываецца ўрачыстая цырымонія каранацыі. Наступны некалькі месяцаў новы кароль альбо балюе, альбо загадвае нікога не пускаць да сябе. У дзяржаўныя справы ён нават і не пачынае ўнікаць. У канцы траўня 1574 года памірае Карл IX. Негледзячы на тое, што рашэнне аб ад'ездзе караля вялікага князя мог прыняць толькі вальны сойм, Генрых вырашае вярнуцца на радзіму. У ноч на 19 чэрвеня ён таемна пакідае Кракаў і болей ніколі не наведае Рэч Паспалітую. Неўзабаве Генрых Валуа здзейсніць свае мары. Ён стане каралём Францыі. Але тытулам караля польскага і вялікага князя літоўскага будзе карыстацца да канца жыцця. Па іроніі лёсу, як і Жыгімонт Аўгуст, Генрых Валуа будзе апошнім прадстаўніком сваёй дынастыі. Прыехаў. Доўга ехаў, баляваў, паляваў, падпісаў усё, што ад яго патрабавалі, таму што шляхце магнатэрыі патрэбна было пацвярджэнне ўсіх залатых прывілей шляхецкіх. Ён падпісаў знакамітыя Генрыхавы артыкулы. Не хацеў жаніцца сястрой Жыгімонта. Такім чынам ён быў бы афіцыйна павязаны з родам Гедыміна як законны спадкаемца трону Гедымінавічаў. Дачакаўся, ведаў, што брат яго хворы, дачакаўся. Брат памёр, ён уцёк патаемна ў Францыю, стаў французскім каралём. Але пакінуў непростую спадчыну. Гэтыя Генрыхавы артыкулы, каторыя замацоўвалі мадэль шляхецкай дэмакратыі. Надоўга замацоўвалі. Шляхта радавалася, палітычны народ Рэчы Паспалітай быў у шчасці. Для рэшты краіны гэта была бяда.